Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Предприятие с лучшими традициями хлебопечения. Берестейский пекарь отмечает вековой юбилей. Основной потенциал брестских хлебопеков – талантливые профессионалы, преданные своему делу, знающие, что невозможно испечь вкусный хлеб, если не вкладывать в него частичку своей души. Разговор по существу. В Бресте прошло первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. Говорили о перспективах развития сотрудничества областного центра с российскими соседями в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования, культуры и спорта. Городское благоустройство в расширенном формате. Акценты не только на общегородские локации, но и на придомовые территории и подготовку к зимнему периоду. Если меня еще раз пригласят, я поеду. Откровение главного врача 2-й городской поликлиники Леонида Никитюка о своем пребывании в Антарктиде. В эфире программа «Итоги недели». Говорим о важном и актуальном. С давних пор хлеб считался главным богатством. К нему относились по-особому, сравнивая с золотом, солнцем и самой жизнью. Хлеб берегли, им гордились. А потому всех тех, кто печет хлеб и трудится на благо жителей страны, очень любят и уважают. В Первом регионе постоянно развивается и совершенствуется уже не одно десятилетие знаменитое предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий всей области «Берестейский пекарь». И хлеб, булочки, пирожки, торты занимают почетное место в меню практически каждой семьи. А потому совсем не удивительно, что вековой юбилей берестейского пекаря собрал большой трудовой коллектив, руководителей и ветеранов прошлых лет, представителей власти на яркое торжество, которое состоялось в Брестском театре кукол. Наши корреспонденты побывали на мероприятии и узнали подробнее о столетней истории одного из старейших предприятий Брестской области, о красивом преображении из одного маленького цеха до масштабного производства. Душистый хлеб, ароматные булочки, вкусные торты, пряники и пирожные – это лишь малая часть тех хлебобулочных и кондитерских изысков, которые создаются руками талантливых хлебопеков, специалистов большого предприятия «Берестейский пекарь». Их продукция широко известна и любима жителями не только Брестской области, но и всей республики, и даже ближнего и дальнего зарубежья. А все потому, что в каждую булочку, в каждый свежеиспеченный хлеб, помимо классических ингредиентов – воды, муки и соли – вкладывается любовь, добро и забота. Такой продукт не может получиться, если его не делают с любовью и не вкладывают туда душу. Берестейский пекарь вступает в новый век, и я уверен, что мы производим и еще веками будем производить самый вкусный хлеб. Всегда с душой и с добром. Берестейский пекарь на протяжении многих лет стабильно входит в число наиболее динамично развивающихся белорусских хлебопекарных предприятий. Наряду с полюбившейся классикой здесь регулярно запускают в производство новые виды вкуснейших хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сухих завтраков, которые пользуются успехом у покупателей. Когда я пришел на предприятие, в принципе, мы занимались только хлебом. Больше ничего не было. Выпекали хлеб формовой и несколько наименований булочных изделий. Сейчас у нас 43 наименования ежедневных, 43 наименования хлебобулочных изделий, плюс 15 наименований экструзионных изделий. Мы построили цех по производству экструзионных изделий, выпускаем там сухие завтраки. Наша знаменитая палочка «Кукурузная забава», которую знают все практически, вот это наше предприятие. Мы сделали газификацию предприятия, мы построили мелкоштучный цех. И, конечно, мы не стоим на месте, сейчас работаем над новыми проектами. Да, предприятие постоянно растет и развивается, достигает новых целей и вершин, но вряд ли можно было бы представить столь ошеломительный результат, если бы не люди, преданные своему делу. Те, кто с душой и добром многие годы готовит главное богатство каждой семьи – хлеб. В 1974 году сюда приехали в Брест по распределению на новостроящийся завод, который на Смирнова. С 1974 года, где-то порядка 10 лет, я работала сменным мастером, сменным технологом, старшим мастером. И уже дальше, значит, спустя 10 лет, я в должности начальника цеха. И ушла на пенсию тоже с должности начальника цеха.
А в данный момент я председатель Совета ветеранов нашего предприятия. Я не могу отдать своих людей в другие руки. Я всех люблю, своих пенсионеров очень люблю. Я прихожу туда с удовольствием. Я вдыхаю с удовольствием хлеба, своего запаха любимого. Я живу этим. И так уж случилось в жизни, что и мужа нашла рядом с хлебозаводом. И живу там, и невестка моя работает на хлебозаводе. Вот, вся жизнь моя хлебозавод. Такие увлеченные своим делом люди вдохновляют. И становится совершенно очевидно, что берестейский пекарь был обречен на успех. Профессионалы, влюбленные в свою работу, следование лучшим традициям белорусского хлебопечения и постоянное желание совершенствоваться. Вот формула успеха векового предприятия берестейского пекаря. Для города это градообразующее предприятие, которое решает вопросы продовольственной безопасности. Когда мы в закромах с хорошим амбаром зерна, мы всегда имеем возможность сказать уверенно, что мы завтра выдержим любую ситуацию, да, которая в рамках санкций доводит недружественные нам страны. Но самое главное, что за этим все стоят люди. И вот этот столетний юбилей нашего предприятия, наверное, говорит о том, что это люди, которые с душой делают все, что соприкасается в нашем любимом Бресте. Это все то, без чего невозможно, наверное, сделать хорошо и качественно продукцию. Сегодня продукция берестейского пекаря, она не только в Брестской области, она далеко за пределами. И мы любим наш хлеб, любим наш берестейский пекарь. И этим людям спасибо за их работу ежедневную, круглосуточную, потому что это нескончаемый процесс. И хлеб всегда, говорю, на столе – это первое блюдо, которое мы, наверное, берем. Поэтому спасибо им, с праздником. Красивый юбилей собрал в Брестском театре кукол большой трудовой коллектив, руководителей и ветеранов прошлых лет, представителей власти на яркое торжество, чтобы всем вместе отпраздновать эту серьезную дату, поблагодарить за большое количество свершений и наградить тех, кто достойно трудился все эти годы. Брестского городского исполнительного комитета вручается Костюкевич Валентин. Начало существованию предприятия «Берестейский пекарь» было положено строительством и введением в эксплуатацию небольшого цеха по выпечке ржаного хлеба на одной из брестских улиц в 1924 году. А теперь оно стало таким масштабным и узнаваемым. И с каждым годом будет становиться только больше, успешнее и вкуснее. Ирина Левчук, Эдуард Букунович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем программу «Итоги недели». Брестскую область называют «западными воротами Беларуси». И не просто так. Выгодное географическое положение способствует мощному развитию логистической инфраструктуры. Брещина – это развитый агропромышленный регион, который вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, первый регион является важной туристической, транзитной и агропромышленной областью с богатым историческим прошлым. Поэтому вполне обоснован тот факт, что сотрудничать с Беларусью, а в частности с Брестской областью, хотят многие. Накануне состоялось первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. Говорили о перспективах развития сотрудничества областного центра с российскими соседями в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования, культуры и спорта, а также о других перспективных направлениях. Мы отвечаем в целом за работу Республики Беларусь с Орловской областью и по поручению президента, поэтому мы говорим не только за Брестскую область, но, конечно же, в первую очередь именно за нее. У нас большой потенциал в сфере сельского хозяйства, это селекция, это возможные взаимные поставки друг другу того же самого жмыхов, шотов там и так далее, и так далее. Это научный потенциал в сельском хозяйстве, который позволит получать те результаты, которые поставил президент на дожинке, да, в том, что нам в ближайшее время надо будет выйти на 2,5 миллиона тонн зерна вместе с масличными культурами, вместе с кукурузой. Это огромный потенциал в сфере промышленного производства. Сегодня наш полиэлектромаш поставляет электродвигатели в Орловскую область. Я думаю, что в этом направлении у нас есть развитие. У нас есть развитие в сфере промышленной кооперации. Тоже вот обсуждали о том, что Орловский коммунмаш на базе шасси нашего МАЗа делает различную коммунальную технику, которая продается не только на территории Российской Федерации, но в том числе и в Белоруссии. Орловщина – центр и сердце России. Богатейший край выполняет заметную роль не только в материальном, но и в государственном развитии россиян. Орловская область по праву считается литературной столицей России. Это родина многих известных писателей и поэтов.
Кроме того, Орловская область располагает благоприятными агроклиматическими условиями для ведения сельскохозяйственного производства, а промышленный комплекс выступает одной из базовых составляющих экономики Орловской области. Мы очень подробно обсудили планы по сотрудничеству Брестской области с Орловской областью, но и могу сказать, что это, скажем так, один из элементов того большого пути, который мы договорились на встрече 6 апреля с Александром Григорьевичем Лукашенко, президентом Республики Беларусь, в части увеличения и товарооборота, и взаимодействия Орловской области с Республикой и с нашим куратором Брестской областью. Сегодня мы и в рамках обсуждения определили направление приоритетное, это сельское хозяйство, потому что Орловская область является признанным лидером по производству продукции сельского хозяйства на территории Российской Федерации. Это и семеноводство, это и растениеводство, это и генетика крупного рогатого скота в свиноводстве и достаточно большое количество научных разработок, позволяющих получать высокие результаты. Второе направление – это промышленность. Сегодня Орловщина представлена уже на белорусском рынке и своими профильными производителями, магазинами, но есть большой потенциал по кооперации между нашими производственными предприятиями. Это направление микроэлектроники, автомобилестроения, коммунального машиностроения, холодильного, насосного оборудования. Все то, что мы сегодня очень детально обсуждали. За 8 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот между Республикой Беларусь и Орловской областью вырос на 35%, что говорит о больших резервах. А потому, после основательного знакомства с потенциалом обоих регионов и проработки сфер взаимных интересов, которые включили в себя и перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, и в сфере легкой промышленности, а также культуре, образовании и спорте, состоялось подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Орловской областью Российской Федерации на 2024-2026 годы. У нас полнейшее взаимопонимание с нашими российскими коллегами. Мы одинаково думаем, мы одинаково понимаем основные задачи социально-экономического развития. Сделать наши страны сильнее, выстоять в этой ситуации колоссального внешнего давления. Поэтому, естественно, такие контакты, как сегодня, проходят часто достаточно, проходят очень активно, неформально. Глаза в глаза, общаясь с нашими российскими друзьями, мы вырабатываем именно те подходы, которые будут наиболее верными, наиболее правильными, которые дадут нужный результат. Такое плодотворное сотрудничество основано не только на взаимовыгодных условиях и перспективах развития, но и на общей исторической памяти. Важным пунктом в программе рабочего визита в Республику Беларусь делегации Орловской области стало посещение символа героизма и мужества Брестской крепости Герой. Для гостей это место знаковое еще и потому, что в первые дни войны солдаты 6-й Орловской стрелковой дивизии также защищали цитадель над Бугом. С особым чувством представители делегации возложили цветы к вечному огню и отдали дань памяти и уважения тем, кто посвятил своей жизни за наше будущее. Мы воспитывались именно фильмами, воспоминаниями ветеранов, в том числе орловцев, которые именно здесь воевали с фашистами. Для нас это святое место. И вот я, к сожалению, первый раз в Бресте, и для меня это просто счастье побывать здесь. Еще раз окунуться в эту трагическую историю нашей страны и Беларуси, и России. И что самое важное, еще раз вот низко поклониться, возложить цветы тем героям, которые спасли не только наши страны, но и всю Европу от фашизма. Помимо знаковых мест, гости из Орловской области посетили ряд промышленных предприятий Бреста. Такие масштабные экскурсии были сделаны для того, чтобы гости из ближнего зарубежья могли самостоятельно ознакомиться с качеством и ассортиментом предлагаемой продукции. Среди тех, кому проявили большой интерес, компания «Гефест» – крупнейшее в СНГ предприятие по производству кухонных плит, «Стим» – производитель оборудования и материалов для дорожной разметки, «Брестский мясокомбинат» – лидер мясной промышленности Беларуси и другие. Стоит отметить, что сотрудничество Беларуси и Орловской области не ограничивается торгово-экономическим аспектом. Потенциал видят в сферах культуры, спорта, туризма. Юрий Лимонтович, Ирина Левчук, Эдуард Бакунович. Специально для программы «Итоги недели».
Началась эта неделя с красивого молодого праздника, который должен был появиться в Беларуси. Это День отца, завершивший неделю родительской любви. Роль отца в жизни и воспитании ребенка так же значима, как и матери, а потому в такой важный праздник в Брестском горосполкоме прошла встреча. Главными участниками диалога с руководством областного центра стали папы, которые в одиночку воспитывают своих детей. Их опыт отцовства не совсем обыденный, но несмотря на некоторые сложности, эти люди постоянно находят в себе любовь, верность детям и семье, а главное, остаются настоящими мужчинами. О чем они говорили и о чем мечтает каждый из них, ответы на эти вопросы прямо сейчас. Строчки детской песни о том, что папа может все, что угодно, только мама не может быть, знакомы многим. Но папы, которые собрались в Брестском горосполкоме, смело спорят с этим утверждением. Все они воспитывают своих детей в одиночку и делают это очень успешно. Я понимаю, какой это труд. В первую очередь, наверное, каждому из вас есть всегда к чему стремиться, ради чего болеть. И это всех нас сегодня объединяет. У меня тоже сегодня трое детей. Вот. И, наверное, ради них мы что-то делаем, что-то переживаем, помогаем. И в первую очередь, наверное, это вам большое слово благодарности за тот труд, понимая, что вы еще заменяете большинство мам, а это и любовь, и ласка, и отцовское твердое слово, и защитник Отечества, и поддержка, и просто друг. Поэтому вот искренне от себя, вот каждому из вас просто спасибо. Вот с таких искренних слов благодарности начался диалог между отцами и председателем Брестского горосполкома Сергеем Лободинским. У градоначальника была простая цель – узнать у мужчин, которые отлично справляются не только со своей профессией, но и такой важной социальной ролью с отцовством, о существующих проблемах и помочь в их решении. Правда, мужчины, такие скромные на слова, кратко говорили, что совсем справляются, а вот когда речь заходила об их детях, не могли сдержать улыбки и подробно рассказывали о своих сыновьях и дочерях. Воспитываю двух чудесных, прекрасных детей – девочка Софья, мальчик Егор. Моей девочке 11 лет, мальчику 12 лет. Быть отцом – это, как говорится, большая ответственность, как говорится, большой долг, ну и, конечно, большая радость. Отец – это не просто, как говорится, отцом не рождаются. Отцом надо, как говорится, стать. Отец, работа отца, она начинается с утра, ну и, наверное, заканчивается очень поздно-поздно ночью, когда ложишься спать. Сказать, что от этого как-то устаешь или тебе как-то сложно, ну, я не скажу. Ну, кто-то подумает, что я слукавлю. Вы знаете, нет. Заниматься своими детьми, заниматься обеспечением, заниматься воспитанием, любовью, если этим, как говорится, тоже проявлять, потому что это большая радость. Большая радость, ну, и, соответственно, я желаю каждому мужчине стать отцом, чтобы каждый обрел это чувство радости, чувство любви за своих детей. Слезы и страхи отца невидимы, его любовь не бросается в глаза, но его забота и защита остаются с ребенком на протяжении всей жизни. Все они, 10 приглашенных отцов, достойны уважения. Они отлично справляются с важной ролью – быть героем и защитником своей семьи. А для того, чтобы справляться с этой работой, нужен ресурс. Дочь Алиса, 14 лет, сын Никита, 18 лет, учится в Минске, в Академии искусств. Пытается быть режиссером, даже психологи утверждают, пока человек не сможет быть счастливым сам, он не сможет сделать счастливым кого-то. Поэтому у меня есть хобби, личная жизнь, увлечения какие-то, вот, любимое дело. Это дает мне энергию, это дает стимул общения с людьми. Все это переходит дальше по поколениям. Быть отцом – многогранная и сложная работа. Действительно, стать ребенку папой и пройти путь родительства совсем непросто. Это требует от мужчины зрелости, ответственности и обязательности. Ведь отцовство – это не то, чем занимаются идеальные мужчины, а то, что делает их идеальными. Об этом не понаслышке знает и председатель Брестского горосполкома, многодетный папа и любящий отец. Вы должны понимать, что это труд двоих, да, отца и матери. И самое главное, что дети чувствовали эту заботу и тепло в семье, потому что именно на этом базируются человеческие ценности. На понимании и поддержке друг друга, на любви ближних. И в любой жизненной ситуации родители для того и нужны, чтобы поддержать и не дать отступиться своим детям. Поэтому для меня это очень важно, и я хочу привить и передать это своим детям, потому что так учили нас наши родители. И, наверное, поблагодарить за то, что судьбу мне дано было этих три счастья
Вот, а четвертая – это супруга, которая оберегает этот уют, тепло. И дай Бог, чтобы так было у каждого. После приятной беседы председатель Брестского горосполкома вручил отцам подарки и искренне поблагодарил их за огромный вклад в воспитание детей. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. А сейчас продолжим тему благоустройства. Зеленый, уютный, чистый – именно такие прилагательные используют брещане, чтобы описать свой родной город. А для того, чтобы поддерживать такой статус, ведется постоянная и разноплановая работа. Это и постоянное благоустройство, и озеленение, и наведение порядка на местах. Стоит отметить, что не только общегородским локациям уделяют особое внимание, придомовые территории тоже не остаются в стороне. Так, на улице Интернациональной специалисты дорожно-эксплуатационной службы практически завершили масштабные работы по благоустройству и обновили дворы сразу нескольких домов. Как преобразились территории городских дворов и о подготовке предприятия «Коммунальник» к работе в зимних условиях, расскажу прямо сейчас. Глядя на все эти кадры, не сразу понимаю, что это городской двор. Он больше похож на благоустроенный парк, в котором есть место деревьям, кустарникам и ярким цветам. И только красиво выложенные тротуарные дорожки и снятая верхняя часть асфальта возвращают в реальность. По улице Интернациональной в этом году выполнен большой объем работы по благоустройству дворовых территорий практически тут такого целого квартала. Это 4 дома. Вот Интернациональная 59, 61, 63 и набережная 8/1. Изначально планировалось работы выполнить только на 2 домах, но когда зашли, ну, было понятно, что если сделаем только 2 дома, остальные здесь, как бы такое, тоже было все в таком, ну, старое. Еще с момента постройки никакие ремонты здесь не производились. Поэтому было принято решение все-таки сделать вот этот весь квартал. И здесь уже на сегодня практически все дома, с учетом набережной улицы, здесь уже практически везде проведено благоустройство. А построены эти дома были еще в 1964 году, и за это время придомовая территория хорошенько износилась. Поэтому и работы по благоустройству предстояли масштабные. Несмотря на то, что начался процесс еще в июле, завершится он в ближайшем будущем. Работы еще не завершены. Осталось выполнить работы по озеленению. Будут полностью перестроены все газоны, зеленые зоны, будет новая земля. Планируется выполнить, конечно, асфальтирование проездов и устройство детских площадок. Силами специалистов дорожно-эксплуатационного предприятия за несколько месяцев была произведена полная замена дорожного покрытия. Помимо этого установили новый бордюр, сделаны аккуратные тротуары и установлено освещение. А главное, к пожеланиям жителей тоже прислушивались и сохранили практически все зеленые насаждения, устранив только аварийные деревья. Что преобразило дворы, сохранив их изюминку, чему жители до сих пор не могут нарадоваться. Бригада, вот, которая работала, ребята, они работали и в 30-градусную жару. Ну, просто мы увидели, какой это тяжелый труд. Какой тяжелый труд. И работали с утра до вечера профессионально и самоотверженно. Поэтому мы им очень благодарны. На все наши замечания они реагировали, сохранили нам все вот кусты, которые мы просили. Спасибо администрации города, главе нашего города и администрации Ленинского района. Было здесь до этого времени так более-менее дорожки были уложены. Ну, красиво было на то время. Потом вдруг мы стали почти через каждого человека падать, потому что вот эти корни деревьев, они поднимали этот асфальт. И вот сейчас вот решили, видите, у нас такую сделали красоту. Я считаю, это такой большой подарок. Вы даже не представляете, мы так долго ждали этого. Вот. И когда особенно вечером горят фонари у нас. У нас фонарей больше, чем, наверное, в горсаду, в парке. Вот, мы очень довольны. Этот подарок, конечно, нам преподнесли рабочие. Я понимаю, что и руководство, спасибо им всем. Но бригаде вот этой, которая работала, она, вы знаете, вот под палящими лучами солнца, бедные ребята, они такие загоревшие все, как будто приехали с юга. Я очень благодарен руководству города Бреста, что
сделали нам двор красивый. Я проходил мимо и рабочим тоже говорил спасибо вам, ребята, за добросовестный труд. Конечно, это не сравнить, как было, особенно в последнее время. Не считая женщинам, как пройти на каблуках, здесь в кроссовках невозможно было проходить, ноги ломались. А сейчас? Ну, сейчас это не налюбуемся. Большое спасибо еще раз. Жильцы уже довольны и благодарны, но впереди у специалистов дорожно-эксплуатационного предприятия работы по укладке асфальта, озеленению и установке детских площадок, чтобы каждому от мала до велика здесь было хорошо и уютно. Заблаговременно о комфорте жителей Бреста заботятся и работники коммунальника. Наступление холодов приближает неблагоприятный период для пешеходов и водителей, который может нести за собой травмоопасные и чрезвычайные ситуации. Но работники коммунальной службы знают, как с этим бороться. Мы уже закончили полностью подготовительные работы к предстоящему зимнему периоду. Заблаговременно начали их еще летом. У нас заготовлено 15 200 тонн песчано-соляной смеси. Это противогололедный материал. Это 100% плана, который необходим для предстоящего зимнего периода. Организовали и подготовили помещение для работы в круглосуточном режиме, водительский персонал, технику. При наступлении отрицательных температур мы уже будем работать в круглосуточном режиме. Масштаб обслуживаемых территорий и особенности, касающиеся работы зимой, требуют новых и оптимальных решений. Благодаря современной технике стало возможным решение множества задач, стоящих перед работниками-коммунальником. На улицах города будет расставлено 1250 ящиков с песком для посыпки тротуаров. Будут расставляться в местах наиболее интенсивного движения пешеходов – это перекрестки, остановки общественного транспорта, также подходы к детским учреждениям, больницам. Также у нас подготовлена техника в количестве достаточном для работы в сложных погодных условиях. Это порядка 31 пескоразбрасывателя, 11 тракторов с отвалом щеткой, 16 снегопогрузчиков и порядка 20 самосвалов в случае необходимости для вывоза снега. Также нам будут помогать, согласно решению горисполкома, и другие организации города в случае аномальных погодных условий. Нелегкий труд тех, кто следит за обработкой улиц, во многом гораздо шире, чем мы привыкли думать. Постоянный контакт диспетчера с патрульной службой и линейными мастерами, наблюдение и контроль температурного режима за окном. Все вышеперечисленное в случае прогнозируемых опасных условий помогает действовать на опережение и применять превентивную обработку дорожного полотна и тротуаров песчано-соляной смесью. Песчано-соляная смесь состоит на 25% из природного материала, соль. Вот. Она именно в Республике Беларусь и в других странах применяется именно этот противогололедный материал, который абсолютно безопасен для экологии и для людей. Ирина Левчук, Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Литвинюк для программы «Итоги недели». Край суровых климатических условий, айсбергов и ледяных массивов. На большую часть территории этого материка до сих пор не ступала нога человека. Да, вы все правильно поняли, речь пойдет об Антарктиде. А если быть точнее, о тех, кто не испугался почувствовать на себе ее ледяное дыхание. Эти смелые и сильные люди – члены белорусских антарктических экспедиций. По решению президента с 2006 года Беларусь присоединилась к договору об Антарктике и принимает активное участие в исследованиях этого региона. Только 30 стран присутствуют на данном материке, среди них и наша Беларусь. Более того, там расположена отечественная научно-исследовательская станция «Гора Вечерняя» с полноценной инфраструктурой, современными научными лабораториями и не только. С 2006 года проведено 16 белорусских антарктических экспедиций, в которых приняли участие 51 ученый и специалист, в том числе 22 человека, два и более раза. Среди таких счастливчиков Леонид Никитюк, главный врач Брестской городской поликлиники номер 2. Мы познакомились поближе с этим искушенным путешественником и узнали подробнее о трех его экспедициях в Антарктиду. В личном разговоре с Леонидом Алексеевичем Никитюком было сложно поверить, что этот приятный мужчина с добрыми голубыми глазами, который с первых минут располагает к себе, уже трижды бывал в суровых климатических условиях. Первая экспедиция состоялась в 2015 году. Тогда же началось активное строительство белорусской научно-исследовательской станции. Леонид Алексеевич с большим воодушевлением рассказывает об этом опыте. В 2015 году начиналось строительство нашей белорусской антарктической станции. Ну,
попросту сказать, домиков. Домиков, лабораторий, дальше уже сейчас это все разрослось, гаражи и так дальше. Так далее. Вот. Начиналась большая стройка, и в состав экспедиции включили врача. И мне поступило предложение. Как только предложение поступило, я сразу ответил «да». Первый раз, когда едешь, понятно, что ты не знаешь, как там, что с собой брать, какие вещи брать, как там будешь спать, что будешь кушать. Но я же еще и врач экспедиции. Мне же надо быть готовым, что может что-то случиться с ребятами. Вот. Запас медикаментов, запас каких-то других вещей медицинских должен быть. А этого ничего там не было. Ответственность, которая упала на плечи врача-хирурга Белорусской антарктической экспедиции, была огромна. Но это не испугало Леонида Никитюка. Его отваге и решительности можно позавидовать. Потому как, взяв на себя эти обязательства, заботу о здоровье всех исследователей, дороги назад нет. По крайней мере, на ближайшие полгода. Правда, обязанностями врача дело не ограничилось. Леонид Алексеевич принимал активное участие и в строительстве, и в проектировании. Первый раз ездил, да, все получилось. Тогда был введен в эксплуатацию вот... Первый объект Белорусской антарктической станции. Вот, посмотрели, как это все там делается. Без подъемных кранов, без машин, только руками. Только мужской силой. Вот. И, ну и в таких, конечно, вот суровых условиях. Какой-то опыт наработали. После этого участвовал вот в проектировании. Рисовали сначала на бумаге, продумывали, что надо, как это расположить. В общем, проект... модуля, где медицинский блок находится сейчас. Вот. И в 2020 году поступило предложение очередной раз поехать, потому что уже был готов этот медицинский модуль, его надо было вводить в эксплуатацию. Ну, раз ты уже замешан, раз ты это рисовал, проектировал, поехали. Ну, я согласился тоже. Поехали. А когда поступило очередное предложение, нетрудно догадаться, что на него ответил Леонид Никитюк. В ноябре 2023 года он снова отправился в край суровых климатических условий, айсбергов и ледяных массивов. Ну, конечно, уже ты едешь, ты уже знаешь, что там, как там, что оно все работает. В этот раз только надо было продумать, ну, что вот из медикаментов взять, потому что часть остается там, то, что не боится мороза. То, что боится мороза, ну, понятно, что оно утилизируется, уже использовать нельзя. Вот надо было вот такую мелочь продумать всего лишь. Профессиональный хирург, как и все полярники, во время экспедиции проводил ежедневные научные исследования и различного рода измерения, выполняя программу Национальной академии наук по изучению животного и растительного мира Антарктиды. Кроме того, приходилось много работать – убирать, стирать, таскать тяжести, чинить, строить. Без физического труда нельзя было даже добыть электричество. Мало того, что стройка. Чтобы было тепло, надо, чтобы было электричество, потому что там отопление идет от электричества. А чтобы было электричество, надо, чтобы работала дизель-электростанция. Чтобы она работала, надо туда в бак заливать солярку. А солярку надо привезти с того места, где, ну, такой склад ГСМ у нас. Просто бочки на скале стоят, бочка весит 200 килограмм. Вот ее надо как-то погрузить на сани, не одну, а... много. Там погрузить, сюда привезти, разгрузить, топливо перекачать, и тогда в розетке будет 220. Но с каждым годом на Белорусской антарктической станции все больше проявляются признаки цивилизации, а значит интереса к данной сфере все больше. Подтверждает вышесказанная встреча президента Беларуси с учеными Национальной академии наук и полярниками накануне отправления 17-й Белорусской антарктической экспедиции. Спасибо вам за то, что вы увлеченные люди, умные люди, проникли в самые-самые тайны нашей планеты и пытаетесь это приспособить, привнести в нашу жизнь. Исследование Антарктиды играет ключевую роль в самых разных сферах деятельности, начиная от экологических прогнозов и заканчивая медициной, а также другими направлениями, результаты которых найдут свое применение в реальном секторе нашей экономики. Ирина Левчук, Эдуард Бугунович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги, журналисты БукТВ.
А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Не забывайте, канал БУК ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в ваших домах пусть будут только добрыми.